Друзья, всем привет! В этом видео хочу показать всем откатные самодельные ворота. Вот смотрите, колесик на столбе вот здесь, вверху, потом вот внизу. Вот он. Вон внизу. Ручка. Далее идем по воротам. Второй столб. На нем также на болту. Вот такой роликовый. Вот такой вот колесик, насквозь просверленная труба квадратная 50 на 50, или 60 на 60, не помню, 2,5-миллиметровые столбы, и вот второе колесико вон там внизу. Вот. И противовес. Вот он. Ворота длинные, широкие. Вот в этой части забора. Поэтому длинный такой сделали. Противовес сделал. Это усилители на столбах. Вот такие вот. На рейках. И вот тут усилители. Угу. Без порога. Подвесные откатные ворота без порога. И вот сейчас вот возьму. И просто вот потяну. Вот спокойно. Спокойно закрывается. Вот. Вот так вот воротики закрываются. И вот в этот столб. Сейчас. И вот в этот столб, вот в эти. Вот, вот сюда. И вот сюда они въезжают. Естественно, надо придерживать. Сейчас покажу. Вот и все. Заехали. Вот. Сюда. В этот ухват. И в этот. И немножко столб, конечно. Столб немножко улево. От морозов в земле. Вот. Поэтому приходится так поправлять чуть-чуть ворота. Ну и вот такой штырек каленый. Вот сюда. Выровня. Вот так. И все. Вот. Вот, все. И закрыл. Насквозь просверлено тоже. Вот так вот. Через воротину и столб. Просто что их втыкается. Вот такие ворота. Кому интересно, можете приглядеться. Посмотреть, как они построены, держатся. Уже третий сезон, специально не новые их показываю вам. Третий год уже во всю работу. Вот ездит и так. Ни во что не упираются. Зимой проблем нет, но и особо часто тоже не открываются. Вот такой. Вот такая конструкция. Четыре колеса. Вот так вот. На столбиках, и висят на них ворота. Вот это труба, квадратный профиль, 20, я забыл размер, конечно, ну видите сами. Вот, вот такие. Всем спасибо за внимание, надеюсь, было интересно. Подписывайтесь. Всем пока. Вот, кстати, забыл сказать опять. Вот, вот такая. От земли вот на таком расстоянии. Вот так вот. То есть порога нет никакого. Все. На этом все уже. Все, пока. Все. Подписывайтесь.